инспекторы дорожного движения Донецкой Народной Республики, внимание! На торжественное открытие третьего республиканского смотра конкурса среди отрядов юных инспекторов движения, посвященного 45-летию создания отрядов ЮИД, шагом марш равнение на ГАИ! Данное мероприятие входит в цикл мероприятий, которые обозначены в плане Министерства образования и науки по профилактике безнадзорности правонарушений. То есть детям отражается еще один аспект, когда можно рассказать о правилах дорожного движения, объяснить детям правила поведения на улице, как самостоятельно, так и в сопровождении взрослых и так далее. Принимают участие 17 команд, все районы города. Города Донецка здесь присутствуют, а также города Нижное, здесь есть и Макеевка, здесь есть и Новоазовск, то есть и Енакиево, и Горловка, то есть все основные города и районы, которые у нас есть, которые заявили свое участие, которые захотели и принять участие в республиканском конкурсе, все они здесь участвуют. Итогом будет конкурс плакатов, агит-плакатов, когда мы посмотрим. Лучшие плакаты ГАИ ДНР наш будет вывешивать на бигборды. То есть они выберут, подберут самые лучшие, самые демонстративные плакаты, и они его вывесят. Также победители и призеры получат ценные подарки, грамоты и дипломы.